Добрый день, друзья! Пришло время раскрыть все тайны. И начнем мы сегодня с одной небольшой тайны. Мы раскроем тайну, как же сделать меню с картинками, которые вы заранее заготовили. Вы, наверное, видели в наших оформлениях, это очень часто встречается. Это очень красиво. Это действительно очень красиво. Это не просто текст написан, а это красиво. Особенно если картинки сделаны качественно. Ну, давайте начнем. Так. Перейдем в список вики страниц, возьмем какую-то тестовую страницу нашу и покажем. Так, а для начала мы создадим это меню. Да? Это у нас табличка, все уже об этом знают. Из четырех пунктов она у нас будет состоять, например, и мы возьмем картинки, которые у нас уже заранее подготовлены. Я возьму просто действительно тот вариант, который уже у нас существует. Так, ну вот у нас здесь точно есть. Ну вот, да. То есть 4 кнопочки мы уже заранее создавали. В одном из проектов они у нас существуют. Загружаются картинки. Так, что теперь нам нужно с ними сделать? Давайте мы их сюда вставим. Ширину, ну, примерно 100 там на самом деле. 240. А, давайте мы кратную сделаем, чтобы они у нас не изменялись. 120. Далее у нас идет вертикальный слэш. No border. Ну, все, да. Можно еще... Нет, так оставим. Все 4. У нас каждая кнопочка начинается в новой ячейке. Что у нас получилось? Вот такая штука у нас получилась. Убираем. Не между ними. И видим, вот у нас такая штучка получилась. Если мы находимся на главной, ну, на розыгрыше, да, то, соответственно, мы просто ее убираем, чтобы она была не кликабельная. И смотрим, она у нас не кликабельная. Всем остальным мы можем прописывать ссылки. Ссылки прописываются вот здесь вот. То есть ссылки на какую-то другую страницу. Ну, давайте я сразу возьму какие-нибудь другие страницы нашего сайта. Ну, для примера, да, неважно, сейчас мы просто тестируем. Вот. Так вставляется. То есть page и так далее. Это уже заранее должно быть создано. Помните, да, как создавать? Я сразу напомню, если кто-то забыл. Да, вот так создается страничка. То есть у нас там что, например, ассортимент. Ассортимент. Угу. Ассортимент. Создали. У нас страничка создалась. Мы нажимаем на нее, и после того... Так, у меня уже был ассортимент. Мы ее создавали. Ну вот как раз мы тестировали, когда вот создавали странички. То есть, видите, она создается. Вот у нее есть такая запись. То есть как раз мы ее вставляем. Ну вот, собственно, для всех остальных страничек мы делаем абсолютно то же самое, только мы убираем новый линк, ставим, соответственно, вторую, на третью, на четвертую строчку. Вроде все. Что еще? Ну, красиво, как еще можно оформить? Можно это все в рамочку, в единую взять. В одном из кейсов мы так делали, это действительно красиво смотрелось. То есть не везде это красиво смотрится, надо смотреть и пробовать. Еще в одну рамочку сделали, в одну единую, так что такая штука получилась. Если мы здесь уберем расстояние, то будет еще красивее. Ну, сейчас посмотрим, что получилось. Расстояние между ними убрали. Теперь надо и сверху, и снизу расстояние одинаково поставить. Для этого нам что надо сделать? Для этого можно попробовать... Нет, этого мы делать не будем. На самом деле можно здесь Enter сделать. Backbar. Мы о нем тоже говорили ранее. Сверху Enter поставили. Снизу можем Enter поставить, чтобы он у нас толстеньким смотрелся. Так аккуратненько в рамочке это все появилось. Иногда можно делать по-другому. То есть если мы хотим после меню вставить, ну, то есть как-то разделить меню от основного текста, например, у нас текст там ниже идет, да? Сейчас мы что-нибудь ставим. Текст рыба, например. Наш любимый текст рыба.
Сгенерируем. Вот у нас один абзац текста какой-то есть. Мы хотим, чтобы как-то какое-то разделение было. Мы просто делаем, ставим 4 минуса. Только обязательно перед 4 минусами должна быть просто пустая строчка. И тогда у нас горизонтальная линия еще получается. Ну, здесь можно парочку сделать, чтобы у нас вообще симпатично смотрелось. Так, вначале он не ставится. Значит. Вот, видите? То есть начинается меню, и красиво это смотрится все. Как это будет смотреться? Вот так. Симпатично? Симпатично. А дальше уже редактируйте сами. Все. Удачного вам дня. Пока.